Фу, Марат, я бы сказал барабанная дробь, но все-таки, наверное, барабанная дрожь. Настал тот момент, когда мы с тобой решились попробовать таки шикарную, я не знаю, шведскую гадость. Я тебе песню пел, так я еще спою, может, ты не слышал. Как-то по привозу с Маратиком гулял, красиво возле мусорки консерву подобрал. И чтобы было весело вместе нам рыгать, консерву ту проклятую решили мы сожрать. И клянусь, я тебя до могилы не забуду никогда. Вот я сейчас вангую, но я думаю, что... Что-то я еще не поздоровался. Но думаю, что я точно это не забуду. Друзья, всем привет, с вами Денис Клипов. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, не дай бог никому. Всем шалом. Хотя, говорят, что вкусно. Дай бог всем. Сюрстрёминг? Ладно, дай бог всем, ребята, та ты шо. Короче, сегодня не просто выпуск, а мама дорогая шо. Алло. Алло. Бабкать? Бабкать. Ридненько. Да, я вас люблю, вы это сами знаете. Что я хотел сказать? Короче, сегодня будет такой ужас. Ну, у меня уже слюни текут в обратную сторону, вы слышите, да? Это пипец какой-то, сюрстрёминг заехал. Селедка, говорят, да, по-ихнему. Угу. Ой, что, вам оставить? Так, давайте в другой раз, ну его в баню. Я сам попробую. Марат, ты что, уже ее открыл? Нет. Все, пока целую, там уже Марат что-то точит. Надо, чтобы я ничего не профукал. Хочу, будет сегодня красиво и не знаю, что получится из этого. Все, вас целую, люблю. Та ты что? Смотри, Зоотроп заезжал в гости. Принес на удачу. Говорит, Маратика тебе, да? А что это у него там болтается? Да ничего там. Не, ну похож на Марата? И усы. Нет. Это, говорит, на мужскую силу. Да, те, кто не знает, есть такой в Одессе Зоотроп. Уходит везде и бегает там, где надо, и не надо, как молочага. Зоотропчик, огромное благодарю. Подписывайтесь, ребята. Подписывайтесь, находите канал, да. Зоотропы. Ну, чисто молодец, да. Если мы ходим еле-еле, то он именно ходит вперед ногами. А что, он где-то живет? В Одессе. Да? В Одессе жил, купался. В море я черном. Знали на пляже все меня. Куплеты пел, играть умел на гитаре. С любовью я. Что нахуй? Сунуть да. Ему. Ты что? Вот так она во мне ценит талант, понял? Я только петь, а она мне что-то в рот. Я только петь, а она мне что-то в рот. Поэтому я и пою редко. Ребята такие, извините. Смотрите, сегодня будет... Не просто блюдо. Сегодня будем... Очередной шедевр. Да, представлять липованско-еврейскую кухню. Котлеты из дунайской селедочки. Рецепт такой, что запомни даже ребенок. Там ничего сложного. 5 цибулин, 5-6 селедочек, 10 небольших картошечек. Хотя у нас есть молодая, но она пойдет в другое. Это гарнир называется в Одессе, понял? Да. Чуть-чуть того, немножко этого пожарил, в казанчик добавил, немножко потушил. Вы такой вкуснятины никогда еще не ели. Если вы еще хотите... Хотя, когда уже запрет, бац-бац, трах-бах, ну, будет распред. Вы еще таки можете успеть кайфануть селедочку. Вот там Лилин телефон, звоните, пишите. Марат, смотри, я, чтоб, даже не знаю. Вот мы наготовим котлет сейчас вкуснячих, понял? Сварим картошку молодую, добавим укроп. Ты как Катя вообще не разговариваешь сегодня? Нет, я слушаю. Слава богу, все. Короче, ну а потом мы откроем сюрстрёминг, а если оно на самом деле нас отвернет, и кому мы это все дело будем готовить, ой, давай я предлагаю сразу начать с сюрстрёминга. И закончить, а потом... этим видео. Вы можете испортить видео. Да не испортим, я видел, что... Я предлагаю хотя бы перекрутить, правильно, пожарить, поставить, правильно, когда мы поставим, правильно, тушить. У вас будет свободное время. Хочешь, можем открыть прямо сейчас, мне все равно. А что ты раздеваешься? Готовиться. Я решил. А где ты такие взял? Я решил, Марат, и подготовился. А где ты взял? Кого? Труханы. Я даже не заметил. Просто я советовался с людьми. Сказали, Серега, может и отсюда, и оттуда, понял? А Марат? У меня есть и для Марата, короче. Мне не надо. Как там, сумо? Эх ты! Ну, главное, чтобы не треснуло. Короче, начинаем мы с этого дела. Сюрстрёминга, понял? Пожалуйста. Даже если нам будет сильно плохо, у нас будет время понюхать замечательные ароматы липованских котлет. Молодой картошечки, там, не знаю, там по укропчику засунем только себе в нос. Аккуратно открывай, блин, чтобы не дай бог ничего не забрызгало. Я еще раз тебе говорю, я подготовился. Да, все. Поэтому я не знаю, что дальше делать.
Ну, я точно подготовился. Я вижу. А чтобы у нас все получилось, под это шикарное дело, я хотел, конечно, пожаловаться немножко, даже не знаю, на кого именно. Вчера заезжаю после тяжелого рабочего дня. Ага, утрудился прямо бедный. Налейте мне. А что ж, не трудился? Конечно, трудился. Прям тяжелый рабочий день. Ты что, меня вообще не ценишь? Тяжелый рабочий день? Я сейчас день? Сниму вот это вот... И что? Я там не гараж для медбейцел, я дену тебе на голову. Накажу тебе. Катя. Да. Сейчас пойдет мгновение. Угу. Я только всуну что-нибудь поострее в эту консерву. Пойдет такой именно штын, что ты будешь просить, Серега, дай мне что-нибудь на голову натянуть. Так что помолчи. А что я хотел сказать? Заезжаю в эту пивоварню. Говорю, налейте мне моего любимого мюнхенского Хелиса, нефильтрованного. Они мне говорят... Товарищ, нема. Товарищ Липован? Ну нельзя же так красиво за него рассказывать, потому что его выпили весь. Это весь в Одессе, а это, мама дорогая, на Степовой, на Левитана и еще на где? На дороге? Короче, на поселке Котовского тоже есть. Так что Заболотного. Они... Заболотного. А что я не то сказал? Все на него уже. Так что это фильтрованное. Ребята, я его попробовал, оно тоже, как ты говоришь, имеет место быть, правильно? Да ты что? Шикарное пиво. Просто я вам скажу так, после этого пива другое пить невозможно. Это его минус. Смотри, или после, плюс, не после знаю. После этого пива любое другое, вот то, что называют пиво, называется уже бырло. Угу. Ой, шикарный вид. Ты будешь лакать с этого вот саджа? Или нет, на садже мы будем жарить. Все, котлет. Я готовлюсь, подожди, где у меня было? По-моему, Катюня. Ты уже приготовился. Катенька, что ты будешь сегодня снимать или умничать? А я всегда умничаю. Но если ты будешь сегодня продолжать умничать, тогда селедку будешь пробовать ты. Ой, голову напекло. Слава богу, елки-палки. Вот ты помолчи, пожалуйста. А что ты смеешься, на, капитан? Открывать-то мне? Давай. С Израиля, понял? Я вижу, да. Ты что, такую я его мерил? У меня есть и для тебя, но для оператора нет. Не надо. Точно, Марат? Точно? Я абсолютно спокойно к этому. Я тоже думаю, что я спокойно. Максимум что-то произойдет. Я хочу... Да, блин, емкости закончились. Вы со своей картошкой? А ну смотри. Вот так вот, я сейчас сюда цибульку, да, и вот та картошка, что нам понадобится. А, ты хочешь в воде? Именно, да, я хочу в воде, потому что это ж ты посмотри, ее ж надуло. Угу. В воде открывать? Да. Катя, она сейчас, она брызнет сейчас. И тогда нам надо будет беседку эту рушить и по новой строить. Потому что вот то, что брызнет, Марат, оттуда, да? Оно уже не отстирывается. Надо было мне в Ютубе посмотреть вообще. А зачем? У меня здесь такие подписчики, они мне прямо личное видео скидывают. Ромчик, здоровенький былы. Ты что, на таком морозе люди стоят, пробуют сюрстрёминг? Один из них только смог. Все остальные... Почему я должна мучиться? В смысле? Ну вот это все смотреть и нюхать. Катя, потому что ты не для себя, а для людей снимаешь. А что ты одеваешь? Ребят... Марат, ну это нечестно как минимум. А пусть одевает. Ты что, балда? Чего это вдруг? На, ты одень. На, ты одень. Одевай. И я тебя сниму. Вот весь мир хотел увидеть, как это. О, а я сегодня захожу в хлебный, слушай. И что? Только что покупаю хлеб. Стоит мужчина такой разговорчивый. Жене говорит, что сильно много пакетиков брать не надо, потому что она его, как это... Я буду рассказывать тебе. Я тебя... Уши-то у меня нормально? Только что? За сыром зашли. А потом он мне говорит... О, говорит, а я вас где-то видел. Говорит, а вы Катя? Я говорю, Катя. Так, говорит... Сережина жена? Я говорю, ну, наверное. Представляешь, оказывается, где-то меня уже ты показал, и люди вот ну, даже... Ну, так я нет-нет, да показываю. И меня узнают. Марат, приготовься! Ого. Ах ты, чвиркнула уже, понял? Угу. Все. Пахнет, нет? Пока нет. Люк, уйди! Люку точно это не надо. Ой, фу, Сережа пахнет! Убирай, убирай! Понюхай. Вообще не чувствую. Я чувствую, Марат. Серёжа, я не хочу это нюхать. Неси в свою яму. О, пошло. Да, вот это вылет. Да, хорошо. О, нормально. Фу, Марат, каким-то саньём котов каких-то воняет. Да я хочу выйти отсюда, я говорю. Нате, сами снимайте. Иди,
Иди сюда, бегом. Да я не пойду. Чего тебе? Мне воняет. Так перестань. Меня потом будет преследовать этот запах. Ох, ёпт. А чё? Не, нормально. Вообще, мне даже приятно. Просто газом каким-то. Ну, с элементами копчения. Вы правда будете это есть? Если она хорошая, то смотри. Будет. Марат, вы когда-то это пробовали? Нет, первый раз. Я тоже. Не, она просто газированная. Вот как по мне, запах вроде бы не этот. Так я... Слышишь? Скажи, пусть Миланя закроет окно в дом. А то я думаю, что ты будешь спать. Ё-моё, это же мне просто интересно, что же у них там, какая беда с рыбой, что им пришлось до такого состояния ее доводить, чтобы потом знаешь, есть. Чем пахнет? Меня газом каким-то. Не, вот эти, знаешь, когда поезда тормозят, вот этот... тормозной жидкостью, короче. Да, да. Колодками. Вот это мне, да, колодками мне напоминает вот этот запах. Точно. Или как когда горит сцепление. Понял? Вот, что-то вот такое. Вот, что-то такое, да. Так может она тосолом маринованная? Сереж, ты уже 3 минуты открываешь банку. Ёлки-моталки, уже открой, пожалуйста. А я не тороплюсь. А мне воняет. Так себе воняет. Я думал, будет хуже. Марат, очень. Я тоже думал, что будет хуже. Короче... Сейчас мы проверим, как она сохранилась, потому что если косточки из нее полезли, ее... Есть нельзя. Нельзя. Полезли. Нет? Что вы ржете? Марат, понюхай поближе. Ты должен полностью выкупить этот момент. Ну да, тормозами или сцеплением. Хорошо, подожди. Надо же, наверное, какая-то тарелочка. Катюня. А хотя сиди, я сам. Я сам открою. Мне надо же эту жижу. Плохо. А? Вот мне уже плохо. Катюша, никто и не говорил, что будет хорошо. Да, я это сейчас солью. Или этот бульон пьют? Да, попей еще бульон. Че вы Давида с собой не взяли? Он такой точно... Давид спит. Лёш, слушай, там точно рыба? Марат. Я вареный, слышишь? Там кишки какие-то. Это точно рыба? Или осьминог какой-то? Фу, Серёжа, я кавонь. Катя, ты сейчас обидишь всю Швецию. Простите аккуратненько. Меня, Швеция, пожалуйста. Никого не хочу обидеть, но пахнет очень невкусно. Я хочу посмотреть, как он это будет есть. Уже не обещаю. Марат, а вы будете? А можно я просто пиво попью? Я не вижу, что там. Там рыба хоть есть? Слышишь? Тут какая-то каша вообще. Вилку, да? Ложку, Марат. Да подожди ты. Мне кажется... Рома, брат Джан, тут должна быть рыба, скажи мне. Мне кажется, что ее все-таки неправильно, это какой-то... Да тут от рыбы один позвоночник остался. А где же филе? Ну вот тебе филе, и косточки даже есть. Марат а открывает рот, засовывай. Не, она должна быть... Вот это вот красиво. Катюша, а ты знаешь, родненькая, чего я руками сюда полез? Потому что я буду сегодня мыло экспериментировать. Я хочу максимально... Мне бы хотелось, чтобы ты никуда этим не ляпал. Боже мой, какая красивая. Что ж ты так пахнешь? Марат, ну какой хлебушек? Ее едят с хлебом. На, вообще, ее сполоснуть тебе? Окей. Давай не в этот раз. Нам рассказали, как ее правильно едят. Ее достают, красивенько вот так вот, споласкивают, подваривают картошечку, темненький хлебушек. Офигеть, Марат, серьезно? Тебя... Вы такой отчаянный? Хочу. Смотрите, он вам дает, а сам не ест. А я себе сейчас поищу. Может, налить надо? Вкусно? Она вкусная. Да ты шо? Такая с уксусом. Да? Или это... Процесс брожения. Родненький, жуй, потому что у меня еще для тебя есть памперс, не переживай.
Миска ему нужна. Слышишь, а у тебя хлеб остался? Да. Что, дунайская лучше? Товарищи шведы, ну и вы в баню. Перестаньте извращаться, приезжайте к нам, так мы вас покормим хорошей вкусной селедкой. Ё-моё, кости разваливаются. Что ж, ну тебе ж потом спать со мной в одной постели. Катюня, не обещаю, ну руки жжет, понял? Сама селедка не воняет. А солёная какая. Угу. Ну это чтобы не отравиться. Слышь, хорошо, что Света уехала. Дай мне хлеб, пожалуйста. Да что ты дал, дай побольше. Дай горбушку. Может, надо было сполоснуть? Да нормально. Фу, чтобы не капать на пол, а то еще... Дай понюхать. Нет. Пожалуйста. Нет, я мне достану... Сережа, хочешь, ешь. Марат пошел. А вот после вкуса, как у обычной уксусной селедки. Да? Но она соленая такая, концентрированная. Но нам же Руслан объяснял, как ее правильно кушать на самом деле. Что не едят ее сразу с консервы. На всякий случай водочки, чтобы все нейтрализовало. Таня, он говорит, что ей даже там воняет. Да? Блин, закройте окно, Танюша. Люк, ты будешь? Да не трогай Люку, нельзя ему, да не пусть надо. Пусть понюхай. Сережа. Ты дикая, бедный, дай хоть понюхать человека. Мальчик мой золотой. Не... Да, конечно, Маратик. Короче, херня вся эта ваша. Сленник это. Да? Давай, Марат. Дрофай, дунайская селедка. Хоть желание загадай, фу, и убирай эту срань отсюда. Прости меня, Господи. Ёпта. У нас же еще и дорогая, да? Слава Богу, подарили, не знаю. Как потными носками воняет. Да? Ну, мне я сказал, вот мне вот тормозами или, знаю, с пением. Сережа, ну я точно это не буду снимать, это извращение. Слабак. А что ты в банку? Может, люди бы попробовали? Фу, блин. Вон оно. А. Банки пусто. Попа тебя не подвела? Вкусно? Будешь доедать? Марат, вы молодец. Бери кулечек, запихивай это в кулечек. Что? Она есть, наверное, в разных фотографиях. Фу, целоваться ко мне неделю не подходи даже. Пока рот твой не придет в порядок. Ой. Куда это выкинуть? Я тебе говорю, сегодня, давай потом. Ты сегодня будешь ехать? Так я вот хорошо, что мы не потом. Да. Потому что я, ой. Ты не будешь ни Алене, ни Руслану оставлять попробовать? Да я же их люблю, не. Катя, угомони, успокойся. Вон в консерве, если что, возьмут. Ой. Панчик сухой. Это мы чуть позже посмотрим. Я знаю, как это? Я не до конца о ней испортил мнение. Потому что я, если мне Ромчик не скинул видео и не показал, какая она должна быть. Там должны быть целые рыбки. Немножечко... Мне осталось целое. Ну, тебе именно чисто филеечка. У нас какая-то развалюха. Я думаю, что ее неправильно хранили. Так что, ребята, те, кто подарили, если будет еще одна посвежее, несите. Потому что, ну, я думал, что там будут целые рыбки. И как говорит будет... Руслан, что ее надо сполоснуть и под картошечку, я думаю, что зайдет. Ну а пока, блин. Сама селедка, вот, ребят, ну, практически не пахла. Смотри, сама селедка это вот. Да? А то непонятно что. Фу, боже мой. Серега, спасибо огромное, твой выход. Это те, кто не знал. В фармасе, елки-палки, я даже не знаю, чем может этот хоть сомчиком или селедочкой сбиться, вкус к жизни вернуть. Не, во рту, конечно, такая параша, или это может так, фу, даже сом сейчас. Что там изучаешь? Редке кухонное мыло, две штуки. Вот это. Вот это мыло убивает весь запах. Я вот, в курсе. Вот это самый сейчас. Давай. Для него будет Марат тест-драйв. Да вам надо больше там помыть, под тарелочкой. Сейчас для него будет самый именно тест-драйв. Если оно смоет этот запах, а я думаю, что, наверное, его только с кожей можно снять, наверное.
такое? Что-то тут пахнет сильнее, чем в консервах. А, ты там... сюда вылил, да? Я не вылил, вон она в пакете лежит. А-а-а. Ты будешь ехать в Одессу, блин, увезешь. Обалдеть! Шикарно. Я думал, что только копчение, но если победила и сюрстрёминг, слышишь, она пищевая, могу я рот сполоснуть? Можешь. В фармасии, ёшкин ты кот, ты шо, пипец. Да, да, так как? Там что-то ещё, ну вот это вот для гриля мне необходимая вещь. Угу. Точно так же оно именно жир бомбит, как и запах вонючий. О, на руках. Это тоже, походу, тебе необходимое. Что это? Это магний, чтобы ты спокойный был. Надо попить тебе обязательно, Серёжа. А чего вы смеетесь, Марат? А что ты лепишь? Успокойся ты. Да? Куда сейчас спокойнее? Кать. А, это очень хороший витамин. Витамин, ну витамин, я согласен. А что ты меня успокаиваешь? Так, все, фу, слава богу, случилось. Сделали мы вот это вот. Давай с этим сюрстрёмингом. Да? Я уже могу потихонечку снять. Подписчики подогнали. Серёжа? Чистые? Чистые. Фу, так ты шо? Совсем другое дело. Блин, я уже в три кулька ее засунул. Это как... Все, давай, переключаться, ну и давай, в баню. Давай. Видишь? Так, казанчик. Молоденькая картошечка. Сейчас чуть-чуть водички долили. И поставим вариться. Все, все остальное будет быстренько. Да ты шо? Все-таки не, я молочага. Что сказал, что сначала, потому что потом вот этот шедевр, что мы сейчас будем готовить, портить его нельзя. Перебили бы аппетит себе, да? Кум! Понеслась. Где крышечка? Так. Да, вот так вот едят липование. Свежая селедочка. Это тебе. Я ее уже нафилировал. Оставил две аккуратненько, чтобы так и было. Посмотри, ну что это, несчастье? Вот это вот селедка, ребята, вот это вот селедочка, вот это вот счастье с голубыми глазами. По-другому и не скажешь. Без памперсов и без, да, противогаза. Смотри, загнал аккуратненько вот так вот. Тихо. Фунь. Это нам пригодится. Две филеечки. Так, одна еще была где-то не раздетая. Это вы, Марат, уже на котлетке? Конечно. Да, это уже на котлетке. Так, под плавничок вот так вот чпунь. Потом вдоль позвоночника. Вот это не рыба, это загляденье. Так, родненький, что нам понадобится? Смотри, мы будем с тобой сейчас перегоним быстренько все это на фарш. Еще раз говорю, 5-6 селедок, 10 средних картошечек, 5 цибулин, соль, перчик. Ну и будем потом смотреть по консистенции. Может быть, нам пригодится еще ложечка муки. Два яйца? Два яйца. Момент того, что мы их когда обжарим, потом надо будет их еще в казанчике или в сковородочке глубоко додушить. Водичкой так немножечко подлил и минут на 15 на медленном огне, чтобы это все у нас... Я бы сказал, минут на 25. Зачем лучше столько? Ну вот, это же не плов. Пусть пропитается всеми вкусами. Вот это то, что ты сейчас это делаешь. Это же не, да, плов. Вот этим мы сейчас дно устелим. Будь здорово. Хребтами. И не забудь про... Лук. Шелуху? Да. О, чисто сделаем такой себе... Я с самого начала сказал, что липованско-еврейский одесский манер. Идем туда. А, ничего себе. Что это у тебя такое будет здесь? Катюша, это будет, я не знаю, что восстановление организма. Луковая шелуха. Так, все... Чистенькие, вот эти можно будет. В этом будет вариться? Сполоснуть. Оно будет томиться, да. Оно даже, ребят, не должно кипеть. Вот буквально на пару, прям вот булькать еле-еле-еле. Все, доведем до цимеса, вот так вот. Это вот сюда. Все, я могу уже выгуливать сковородочку, мясорубку, и понеслась.
Боже мой, еще никогда я не хотел так, чтобы быстро приготовилась еда, чтобы потихоньку расстаться с этим вкусом. Даже не потихоньку, а поскорее бы уже расстаться с этим вкусом этих вот заморских деликатесов. Если бы ты употреблял водочку, как я, да, тебе бы было легче. Серьезно? Ой, пивка, пивка надо, Сереженька, пивка. Нет, пиво тут не поможет. Ага. Я пивком запил. А где оно, кстати? Давай еще раз попробую. Спасибо, оператор. Так я договорил, что я заехал, короче, а пива моего нет. Его все выпили. Да, ты так его разрекламировал, потому что люди я, поняли, что а зачем, зачем им нужна реклама, если это на самом деле вкусно? И меня больше порадовал, знаешь что, момент. Это же самый главный показатель. Что вкусного много не бывает. Понимаешь? Это если бы ты бодяжил бы и бодяжил, 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 да, оно бы у тебя никогда не заканчивалось. Где, куда, какая скорость? На первое пойдем. Я тебе сюда сразу бросаю. Давай. Подбрасывай. А ты уже там управляешь. Все будет хорошо, маэстро. Ой, сетка, если что, средняя, небольшая, не маленькая, средняя то, что надо. Картошечка. Очень важно хорошо отбить потом этот фарш. Хорошо помешать, прям сбить его надо. Это уже с яичком. А да. Яйца надо? Надо. Два. Я что, быстренько прервусь? Что хотел сказать? Вот все те люди, которые обратились к Лиле и приходят к нам в ресторан лично, говорят: Серега, спасибо огромное, ты нам открыл глаза. Мы до этого многие не слышали, а многие были просто наслышаны. А спасибо Лилечке. Попробовали, сказали, ты что, это лучшая вещь, что может быть. Ёлки-палки. Вадик, родненький Израиль, таки салют. Мы сегодня Вадику 4 серии. Как дали, короче, селедка туда-сюда. Он нас прямо обругал. Обругал любя, говорит, гады. Ну так же невозможно, ёшкин кот. Давай ехай уже сюда. Сел в аэропорт и понеслась. Ё-моё. И деликатес. Понял? И корочка. У-ху! Селедочки. А это будет шики-блеск. Надо пропихнуть. А, не надо. Ну давай. Селедочка останется в мясорубке. А так? Ладно, давай еще. Еще немножко. Чуть-чуть. И чтобы было весело вместе на мете. Кабачок Печерского решили мы зайти. Шведы, вот сюда нюхайте, вот тут таки пахнет. Вот тут таки пахнет, вот это вот, ой. Да тут любая Циля скажет, это же счастье, по-любому. Все, оп, мясорубочку сюда. Катюня, сбегай в курятник. Бегу, Сереженька, бегу, любимый. Что, что-то у тебя после этого... Петух хороший есть курятник. После запаха этого что-то совсем плохая стала. Ты сам пошел? Она вот так вот снимает, понял? Хотя ты знаешь. Что, тебе до сих пор пахнет? Ну, пахнет. Марат, я сказал, что надо было окно закрыть. Фу, ё-моё, тут еще хуже. Пипец! Вот это да! Так, шо? Яйца маленькие, возьмем немножко, 3. А может быть... Так сделай там сетку, пусть проветрится. Так. Не командуй. Так, ну яйца небольшие. Я знаю, что это просто вилково огромные яйца. И не забывай, что у нас еще картошка здесь крахмалом связует фарш. Как ты вот так вот делаешь, у тебя шкарлупки не падают туда? Я, блин, двумя руками... Большой опыт работы с яйцами. Марат, промазал картошку. Ладно, пригодится. А брось ее сюда. Давай, сварим, конечно же. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все, это нам уже не надо. Потом отмою. Так.
Лючок. Я бы ее блендернул. Блендернул прям. Или ты руками. Кого? Вот эту смесь. Ты интересный парень. Бери муку. Смотри, соль на глаз. Перчик обязательно. У тебя тут такая вкусняшка была. Какая? В маленькой баночке для рыбки. Я бы ее вот чуть-чуть добавил бы. Еще перец здесь немножко. Но Вадик такой перец нам прислал, что я эту перечницу нарежу. Смотри. А вот есть еврейская ладогин. Смотри, смотри. Ты имеешь вот это вот сифуд? Не, вот такой маленькой квадратной баночки у тебя была. Помнишь? А, так вот она. Old Bay? Да, только у тебя была маленькая, да. Давай. А это тоже самая просто большая емкость. А ну, дай-ка я своими руками. Ты сейчас как сыпанешь, да? Вот чисто вот так вот немножко нарядим. Все, тримай. Перчика надо, потому что будут ароматные. А сметану я не купила. А зачем? А хочется вот со сметаной. Это же не вареники. Это будешь есть картошкой молодой. Салат она хотела. С редиской? И ну будет, значит, с маслом. Нет. Съездит. Съездит. Заставим. У меня есть полбаночки, но, наверное, не хватит. Полбаночки не хватит. Съездим. Так, что. А йогурт есть? Взять ложечку. Ты шо? Вот это фарш, вот это пахнет. И лук тебе, и картошечка, и перчик. Ты шо, и корочка. Хорошенько, хорошенько взбивай. Маратик, я еще пока не взбиваю, я пока только колопусую, понимаешь? Они жидковатые? Добавим сейчас немножко. Все будет нормально. Отдай сразу ложечку сюда, вот так вот на глаз, чтобы я это все дело сделал. Ладно, давай без глаза, иди сюда. Смотри. Ложечку беру. Он, не надо, родненький. Уже не надо ему никакой ложечки. Ты пока сбегаешь, уже... я уже успею. Он уже хочет быстрее кушать просто. Значит, Сюрстрёмин ты этот вонючий руками ел? А в муку ему ложечка нужна. Не, ну что ты... Вот ты даешь. Обалдеть! Какая все. Красивая сосна, Сережка. Я не налюбуюсь. Какой ты молодец. Вот где красота. Ставь уже эту сосну. Да пусть порадуется. Иди, ешкин ты. Ну посмотрите. Чупа-чупс такой, а. Ребята, мне эта сосна далась... Тремя ямами. Тремя сантиметрами бицепса, елки-палки. Я пока угадал, куда ее посадить. Спасибо оператору. Посадил ее в такое место. И сегодня Марат говорю, видишь, как красиво. А что именно? Куда-нибудь за колодец. Еле он ее нашел. Потом копал туда яму. Танечка, ты видишь? Она говорит, Серега, не расстраивайся, это не просто яма, я туда еще одну елку куплю. Купила вот эту вот цесарку. Как это? Цесарини блю? Да. Да, а по итогу вот эта вот Аленочкина радость на штампе. Слышишь, там кажется этот... Новость радостная случилась в Одессе. Все за это на привозе говорят. Ты шо? Секвои, кажется, в Одессу поехали. Вот те, кто стояли в том году в очереди. Ребята, такие у вас случилось. И мы себе одну маленькую, да? Угу. Главное, чтобы они доехали просто. Не угукай. Ну, Алена заказала. Там целая фура секвой поедет. Но их немного. Потому что деревья такие редкие, я же говорю. Если бы они тогда... Как ты ощущаешь, были? Котлетки сможешь формировать? Ладно, кому это я про динозавра рассказываю, неважно. Марат, вы знаете, что такое секвоя? Я мокрыми руками... Добавь немножко муки. Это надо просто... Давай, добавляй. Еще немножко. Все. Все. И он должен еще постоять. Минут 10, а то 15, дадим ему просто отлежаться, постоять. Все, процесс пошел. Вот так вот на пол огня. А что, водичка ляп-ляп и готово. Ты чувствуешь, как пахнет? Так, горячее. Картофан. Можем подсолить. Еще немножечко. Укропчик есть у нас? Все есть, Катюша, мы готовы по-весеннему. Шо укропчик, посмотри. Посмотри, что Марат принес. Это же счастье. А? Сыки красивые. Обалдеть. Ему такие сказали на привозе. Такие больше нету, да? Марат, бери. Это такие обалдеть. Ох, и сейчас салат бахнем.
Так, у меня же еще есть этот, работа на сегодня. Сережа, ты все посадить? Решил кукурузой засадить? Не все, только вдоль забора. Там я засадил то съедобное. Это попкорн, запомни. Дети захотят, а ты им что? Грызите кочаны? Нет. Будет хорошо. Так, Маратик, я здесь картошечку посолил. Скоро будем пробовать. Что делать? Ты занимаешься салатом, да? Да. Редиска, огурчики, помидорчики, все дела. Это шо вы Сережа так, мальчик мой? Нет, мальчик мой, говорю, проснулся тоже. Это Давид его мальчик. Пусть выезжает. Ребята, не думайте дурно, это племянник, да. Сейчас. А ты будешь именно руками, да, Сережка? Так липование делают. Да. Смотри. О, запело масло. И опсель, опсель. Вот это будет вкусно. Лиля говорит, когда мама готовит, а готовит она немного, ничего не остается, и они голодные со стола встают, понимаешь? Серьезно? Да, насколько это вкусно и как это хочется кушать. Мы их сейчас так чисто зафиксируем, придадим им форму, а все остальное сделает уже, там, не знаю, казанчик. Судя по тому, что у нас фарша получилась, вряд ли, Маратик, нам та сковородка пригодится. Воспользуемся казанчиком, да. Потушим их. А вот такая у нас липованская кухня. Простая, вкусная и самая, что ни на есть, настоящая. О! Прямо любо глянуть. Чего не хватает, Марат, к этой всей радости? Немножечко селедочки. Я, конечно, не помню, говорил ли я Сереге спасибо? Говорил. Да? Но Серега, еще раз спасибо. Сказать. Блин, вот такой себе обыкновенный шеф-нож. Я даже не знаю, кто это. Вряд ли японец и, может быть, даже не немец. Но Серега, это таки очень удобный инструмент. Хорошо, легко, быстренько подводится. И приятно сидит в руке. Прямо песня какая. И филеник то же самое. Так, для тракториста. 300 гривен, слушай, за такую радость. Что я чищу, если надо есть целиком? У тебя там не горит? Пахнет уже хорошо. Так у него уже сейчас... Я замечтался. Опача. Надо было, как мы с тобой делаем. Надо шо? Фольгу на пергамент в духовочку. Или это же не по-липовански будет? Да, это не по-липовански будет. Ты понял, как Садж бомбит? Так, огонь еще меньше. Все, вот так вот хватит. Сразу, да? Сделаем правильно. Давай. Казанчик, твой выход. Да, все, что сковородочки туда. Угу. И будем закладывать уже сюда. Та-да-дай, ра-да-дай, дай. Тай-тай, ра-да-дай. Эх ты, места мало, как обычно. Но в тесноте, да. Не в обиде. Вот так вот. Все, гай-гуй. Где запчасти? Шелуха. Головы. Прямо будет с ароматами фаршированной рыбы. Ой. Вот таки да. Но чисто из одной селедки. Вкус. Все, шедевр. Сейчас там уже вижу, будут люди писать. Ребята, сделайте это на блюдо дня в ресторане. Как там? Хорошо, но не обещаем. Все, зафиксировали.
И хватит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты понимаешь, какая она нежная? Как сразу четенько появился цвет. Слушай, это еще прямо какие-то деруны липованские получились. Мурат же сказал. Да? Я не услышал. Так, давай дальше. Какой у нас вкусный получился обед. Шикарный. Еще он не получился, но получится. Ну, практически уже, тоже. Да. Все готово. Салатик, картошечка. Ты Алене звонила с Сусаном? Сейчас позвоню. Едут? Едут. Отлично. Давай, прямо куда надо, к столу. Прямо, наверное, с барахолочки они к нам едут. А сегодня, да? Ну, да. А, мы же барахолку профукали. И все ради сюрстреминга, чтобы он был здоров. О, наловчились. И цвет уже прямо шикардос. Так, что? Фунь, 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 фунь. Это, о боже мой, сварилось. А, Катюня, иди понюхай. Молодая. Эй, дари-дай, дари-дари-дари. А, горячо. Так, что, маслечко добавить, пока суть додела, потом все остальное. Что, всю пачку ты говоришь? А чего нет? Конечно. Красава. Люку помощь. Люк, не расстраивайся. У него мяч закатился. А? Ё-моё. Староказачий. Сейчас как поплывет по этой картошечке. Сейчас все кайфанут. Так, что мне надо? А чего нет? Давай вот этой сабля сейчас. Как шлепнул. Что, поехала? Поехала таять? А, ага! Катюня, посмотри! Прямо ингаляция какая-то, или как это? Компресс, что ли? Что это так такое? Раньше же и делали ингаляции с картошкой, знаешь, что одеяло сверху одевали, посидишь и дышишь. Это я знаю. Такое не забудешь. Давай. Слышь, так если пачка этого, так что, две пачки Марату укропа? Марату, может, надо. А, тебе надо? Ладно, извини. По-братски. Ох, какой пошел аромат такой. Ароматище? Спасибо, Маратик. Огурчик бомба. Вкусный? Так и все уже пошло натуральное. Ничего импортного. Все настоящее. Так, давай. И потом помешаем. Осталось что? Где чесночок? Давай, ну. Люк, не расстраивайся, тебя покормим. А, мяч? Да мяч у него. Катюша, там. Так помоги ему, елки-палки. Поприседай, что ж ты там с этими огурцами. Совсем про собаку свою любимую забыла. Или тебе только по щекам ему елозить. И помогать тоже надо в этой жизни. Угу. Люк, потерпи, сейчас достанем. Сейчас я соберусь и Сережу достану. А ну, я достану, Люк, сейчас. Зрыснул. Давай. Где там у тебя мяч? А, нет, иди ты доставай. Там далеко. У меня рецепт. Голос. Перфект. Так ты говоришь? Перфект. Это по-вашему перфект, а у Липова называется дыбравенько. Йо. Давай сейчас перемешаем. Котлетки порядок, еще одна партия осталась. О, у тебя смотри, эта партия лучше получается. Я сейчас сказал, что уже выходим на уровень. Так вот надо бы потренироваться сначала. Мне только что это, с Израиля звонили. И что? Сказали, Серега, ты, конечно, красавчик, но одень что-то покрасивее. Вадик прислал.
Вадюня, где здесь вход? Елисей точно будет в восторге. Шикарный вид. А я ему не дам, потому что она, да, одна она такая большая, в Одессе. Да. О, а он ему нравится, чем бы он хочет, как... Елисейка? Да. Угу. Не, он носит израильские футболки с того раза. И что? Красавец. Такие настоящие? Израиль, мы с вами. Красава. Чесночок, все, масочка, все там есть, да уже? Марат, я сейчас покажу, ты... Просто все в процессе прозевал. Тихо. Оператор, дай красиво показать. Марат, тихо, это что-то с чем-то, тихо, помолчи. Рюмки водки не хватает прямо. Это у вас не хватает, у меня все хватает. Все у него хватает. А подожди, ты еще не хватает, как это... Селедка есть, значит, и счастье будет. Все. Бач по цвету? Шикарные, вот сейчас шикарные. Шикарные? Так это не то блюдо драниками назвали. Я вот смотрю и думаю, зачем тебе эти были купаты нужны? Что это такое? Ну, эти сосисочки. А, так там же Руслан едет, он целый день на барахолке был, голодный. Я просто услышал Лилю, что когда ты кушаешь такое, ты голоден со стола. И поэтому я попросил тебя, чтобы ты перестраховалась и что-нибудь контрольное взяла. Ну, я уже перестраховалась, так перестраховалась. Все, пожарим на гриле. Там что, еще и куриные? Да. Но за это я тебя не просил, ты перестаралась. Почему? Ты не любишь куриные? Много. Ну, так положишь в морозилку, будешь себе вечерами готовить. Не-не-не, все свеженькое жарим. У тебя же морозилка есть. Да маленькая. Да послушал умную женщину. Катя. И не сделал наоборот. И не сделал наоборот, елки-палки. Пипец. Давай возьмем такую, тебе хватит, хватит. И все. Даже селедку некуда положить. А зимой будешь просить, Сереженька, пожарь мне, пожалуйста. А я тебе что? А пойди сходи в свою маленькую морозилочку. Не, а я тебе скажу, что я конечно... Морозилочка занята вся в пике. Я, конечно, пожарю, но не селедку. Ох, Сережа, Сережа. Так, все. Останние три... Котлетки. Катя, а ты не будешь против, если бы я чуть-чуть... Она не будет против. Молодого чесночка добавлю. Нет, не буду. Молодого, зеленого. Нет, Маратик, не буду. Марат, мы сюрстреминг пробовали, поэтому не спрашивай ее. Мы сегодня главные. Чего это не спрашивать? Марат как приличный молодой человек все правильно сделал. Спросил, поинтересовался. Так, ох ты салаты нарубил в две миски. Давай я тебе лучше одну большую сделаю. Давай. Все. А что, мы это все соединим? Конечно. А, это будет один салат? Катя, это не твоя дурацкая диета, это правильное питание, нераздельное. Думала, здесь будет редисочка с огурчиком, с молодым лучком. Нет, здесь будет помидор. Все будет вместе. Успокойся, там все молодое. Во рту уже себе поделишь, как ты хочешь. Точно. Не, Катенька, это будет вкусно. Я не сомневаюсь. Все молоденькое, все свежее. Капусточку вон еще хотите, можете добавить? Можно, кстати, капусточку. Нет, мы не хотим. Кстати, вот капусточка там лишняя. Вы уже, конечно, имеете таки совесть. Капусточка это укропчик, ну чуть-чуть огурчика, ну там уксус, сахарок. Ну а это же что? А это все вот так вот. Хлобысь. О. Согласен. О, согласен. Котлетки переворачивай. Тоже согласен. Хотел нагрубить, но передумал, Марат. Да? Скажи мне... Говорю. Все знают в Одессе, что Алена еще там, мадам. Ну, с растениями у нее полный порядок. Я надеюсь, ты сейчас ничего не заказала? Человек просто в гости едет? Да. Или везет что-нибудь? Просто едет в гости. Фу, тогда я поем, Марат. Нормально. А то думал, сейчас опять копать сажать. Ребята, прихожу сегодня в 8 утра практически приезжаю. Красавчик. Серега уже с лопатой в огороде. Вы понимаете? Уезжаю в 8 часов вечера, он с лопатой в огороде. Весь в трудах, весь в заботах. Я еще фасоль забыл посадить. Марат, все Катькины пионы сажает. Все сажает Катькины пионы и сажает. А, Катюня! Что, Сережа? Катюня, у нас с Юрочкой для тебя сюрприз. Юрочка тот, что с Борисполя. Ага. И что там? Вот тот, что лучше всех в Борисполе квасит. Позвонил мне, говорит, Серега, я посмотрел видос, где вы там по базару ходите. И гортензии там были. Но я их запретил. Ну, дорогие. Говорит, так у меня, говорит, сестры, говорит, есть вот такие, есть побольше.
Тебе, говорит, надо? Я говорю, мне не надо, ей надо. Сколько? Я говорю, сколько в почту влезет? Так что, Катюня, от Юрочки. Боже, как приятно. Ага. Аж так тепло стало. Спасибо большое. Обманул? Понимаешь? Что женщине я? Надо? Да. Катюша. Марат, а что, выходишь, цветет? Красота, гортензии? Он еще может обмануть, а Юра как обмануть? Так он придумать может про Юру. Да, придумать он. Юра существует. Уже все знают уже квашеную капусточку, огурочки все ели, поэтому знают, что Юра существует. По поводу обманул, это не про меня, понимаешь? Это я могу вот вечером к тебе прийти, а ты говоришь, все. И у меня одни куплеты в голове. Ты ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зумазрозу звела. А я, Катюша, всегда таки готов. Я в курсе, Сережа. Тебя не обманывать. Слава Богу. Так я вот теперь думаю, ну, вот это странное слово. Свобода. Нет, вот то, что у женщин всегда, понял? Либидо. О, не фригидо, а именно либидо. Так, Катюша, это больше про мужчин. Еще не вечер, Сереженька. Ёшкин кот! И я думал, будет больше. Ничего себе, ты же большими сделал, и казан так, у тебя, слава так богу. И казан, слава богу, не маленький. Маленький. Все, родненький, заливаем водичкой буквально вот так. Стаканчик. Ну чисто чуть-чуть, поаккуратно, понемножку. Больше не надо, оно вот на пару. Все. Должно буль-буль-буль. Боже мой, какой аромат. Вот у сюда, тебя нема там... Маленький огонь. Вот там, сюда, и на самый маленький. Сильный. Да не придумывай, вот я сюда знаю. Аленочка, с приездом. Спасибо. Руслан, здорово. Слышь, мы еще свое не допили, он уже наварил пивка. И что у тебя? Попробуй. И его тоже попробуй. О, вот обалдеть. Это я вечером буду употреблять. Да я его сейчас все заныкаю, и все будет нормально. Спасибо. Марат, у вас налито? Все. Да. Миланька. Марат нянчит. Марат нянчит. Чупа-чуп с другой стороны едят. Не надо. Скажи, я не ем, я просто хожу. Все, я поджигаю, водичку наливаю, правильно? На мелкий огонек. Так. Закипит тогда на мелкий, пусть булькнет. Ладно, пусть булькнет. Смотри, вот тут все красиво. Что тебе не хватает? А мне не хватает... Нет, там в рецепте этом липованском... Тихо, чесночок. Все хватает. Вот хочется немножко дополнить. Молоденький. Правильно? Вообще будет шикардос. Все, где ножик? Смотри, вот это вот мы съедим. А зеленую часть я вот сюда вот так вот сделаю, и будет вообще сказка. Так, крышкой накрыли, и можем как раз пожарить. Что, как барахолка сегодня, Аленочка, рассказывайте? Хорошо, ты знаешь, людей много, солнце. Но поначалу говорят, что еще больше на море было людей уже. Ну все, как нагрели сильно барахолку. Так вода уже 18 градусов. Потом, блин, потеплело. Уже надо идти купаться, господа. Хорошо, а что по секрету, поехали секвойи? Будет немножко, не? Да, да. Все, есть. Кому надо, чуть-чуть вот вам Алена. Есть, да, чуть-чуть там есть. Еще. Да, да. Не так много, как хотелось, но есть. Ты куда, Миланя, пошла? Ну, хватит. Ты забронировал? Чтоб не чиркнуло в оператора. Да это ж не консерва это твоя сегодняшняя. Не, ну это тоже сейчас как нагреется, как даст, так даст. Что у нас там? Давай, заправляй, сметанка подъехала. Давайте уже кушать. Давайте, на. Давайте. Смотри, какая сметана, ложка стоит. Ё-моё, это точно? Пломбир какой-то. Ага, в Одессе все такое. Так, Маратик, давай. Есть масочка жареная. Катя будет против, но я бы чуть-чуть для аромата бы как дал. Не, вот если со сметаной не надо. Да вот ты, понятно. Вот Марат меня поддержал. Ты не понимаешь, ладно. Будь по-вашему. Что, на, ты мешай. Да. Все, дай хотя бы чуть-чуть поперчить. Это да. О, я люк в этой футболке чупа-чупс еще быстрее стал. Сережа, позови свою собаку. Люк забрал чупа-чупс. Люк! Иди сюда. Иди ко мне. Дай. Ш-ш-ш.
Иди, мой хороший, иди сюда. Забрал чупа-чуп, сейчас еще и клубнику погнете мне. Ой, там клубника, елки-палки, няни. Уже, Таня, и ты ее тоже потопчешь. Все, хана. Марат, в этом году клубнику не поедим. Короче, ни чупа-чупс не забрали, и ребенка чуть не упустили. Эх ты, ладно. Все, отобрали? Я даю палку. Нет, Алена его поймала. Ты, а ну отдал. Отдай быстренько. Это именно питбуль, чтобы вы понимали. Нам, когда его отдавали, сказали, ребята, он только лизать умеет. Он еще и гавкает. Люк, а ну отпустите его. Я ему дала палку, чтобы он поменял все. Фу, дай. Дай. Фу. Молодец. Ты посмотри. Хулиган, ай-яй-яй. Так, где? Так, щипцы. Морозим бананы. Морозим бананы. Там еще один рецепт? Ну, да. Я хотел, чтобы детям смороженое. Так. А, рассказывай, это очень важно. Потом их просто чистишь. Так. И блендером взбиваешь. Так. Добавляешь чуть-чуть мяты, ну, что хочешь. Угу. Потом посыпаешь орехами. Но молоко не надо. Ничего не так. Надо. Банан. И вот в эти штучечки, да, замораживаешь? Не надо замораживать. Ты вот это взбила, вот это как сметана. А, это уже и есть мороженое? Банан там такое свойство имеет. И увидишь, как вот будет мороженое. Прямо детям ложишь, они едят банан. Ты знаешь, что банан мороженое черного цвета становится? Коричневое. Я тебе говорю, сразу же замораживаю. О, Марат. Ладно, друзьяки, с вашими бананами. Вот теперь вот это уже начинает именно пахнуть какой-то фаршированной рыбой. Ты понял? Там не надо водички добавить? Все, нет, там водичка полный порядок. Мара, засекай 15, как ты говоришь, 20 минут, я ставлю на самый минимальный огонь. И будем кушать? Да. Да. Все, шо, салат нормальный? Ой, красота. Ничего там не надо добавлять, все, ты пробовал, все хорошо? Вот это шикарный вид. Самое лучше, все самое свежее, только-только уродившееся. И огурчики, и помидорчики. Сразу видно по нему, что он салат пробовал. Повытирайся, маэстро. Поэтому, ну что тут может быть? Да все, все, что надо, уже есть. Ну что? Картина маслом? А, гриль шмаляет. Ёшкин ты кот. Марат, готово? Должно быть по-любому. По-любому. Да? Говяжьи, куриные. Давай вот так вот, пусть они чуть-чуть... Отдохнут? Доходят. Тайм отдыхать не надо, им надо сразу в рот уже ехать. Так, остальные пожарим. Что здесь по времени? Можно выключать? Да. Катя, приготовься, особенно присядь. Ребята, ловите по аромату, хотя ветер не в вашу сторону. Ё-моё, как чеснок, конечно, дополнил. Просто фантастика. Вот это ингаляция. Нет, вот это ингаляция. Тот момент, когда у меня просто нет слов, чтобы сказать про это вообще. Тебе и не надо, надо что-нибудь освободить. Давай, для красоты маленькую тарелочку. Алена, что-то какую-то радугу принесла заморскую. Испанские маслинки. Я думал, греческие. Оливки. Точно испанские? Не греческие? Хотя какая разница? Нет, греческие. Я же смотрю по картинке. Так, быстренько ляганчик. Сегодня у нас, как это, банкетное меню. Ага. Даже фуршетное. Шведский стол. О, точно, шведы. Вы хоть что-то хорошее придумали. Ну и бабаня тут сурстреминг. А вот шведский стол, это вы, конечно, молодцы. А что, мы не будем садиться за стол? Катя? А это ты у шведов спроси. А я думала, мы сядем. Как-то обалдеть, будем. Марат. А ты и по кругу положишь котлетки? Я хочу сейчас немножечко вот так вот сделать. Чуть-чуть, малость красоты. Мы продегустируем, а потом, конечно же, пойдем. Так, молодой. Вот так вот сбоку, да? Салатик. Тоже вот сюда. Марат, слышишь, он столько сока напускал. Обалдеть можно. Зачем ты? Надеюсь, хлебом зада... Что? Хватит уже, достаточно вам попробовать. Еще побольше бы тарелку взяли для пробы. Кошмар. Вот жадина, ну жадина. Ну, конечно, жадина. Ну, жадина. Катя, перестань ты, ну. Это очень вкусно. Ты что, выступаешь где-то, ешкин ты кот? Как там в этом? Когда они прыгают, им там 7-0, 1-5, 6-0. Оценки. Катание. Да, это не фигурное катание, успокойся чмякать. Ёшкин ты кот.
Где? Лопатки. Марат, вы такой загадочный. Ничего не говорите прямо, молчите, стоите. Я просто в предвкушении. Да? Маратик, ты когда-нибудь трогал губы Памелы Андерсон? Не приходилось. Мечтал об этом, Сережа. Родненький, я исполнил твою мечту. Да. Ты не понимаешь, что это такое? Как оно пропарилось и какое оно нежное, прямо какое-то изящество. Настолько котлеты пропарились. Ну, что тут говорить, это, во-первых, селедка, нижняя ничего не бывает. Ну что, картина маслом, даже не знаю, что, хоть бери да банан добавь. Хотя, что тут, наверное, уже все лишнее, правильно? А? Девочки. Родненький, сукай, там все есть. Я даже не знаю, что сюда надо. Наверное, больше ничего, ничего да? Ничего сюда больше. Но вот с такой едой не стыдно в любые гости. И гостей к себе. Что к себе? Шо ну, куда уже ты это туда собираешься сосовывать? Вот попробуй уже ту котлетку. Возьми картошечку, один огурчик, закуси вот этим чесночком. Просто. Вредная. Да, вредная. Твоя второе знаю. Видео подряд, вредная прямо. Катя, не второе, а тысячное. Да, у нас тысячные. Уже их много, и ты всегда такая. Уже успокойся и перестань. Посовывай уже себе с картошкой. Картошечку в свой рочек. Помолчи. Шо? Офигеть. Котлеты. Что офигеть? Вы что, попробовали уже? Конечно. А, пока он тут разглагольствует, да? Да, что я люблю. Главное, с одной, слышишь? Нежнейшее блюдо. Не буду даже говорить, насколько оно сочное. А потому что липования не такие. Вот дунайка и вот дунайка. Вот всегда о себе оставляет какое там неизложаемое впечатление? Неизгладимое или какое там? Да. Но ты точно оставил неизгладимое. Марат, ну у вас падает, ну елки-моталки. Это редиска упала, ее много. Ничего страшного. Главное, что не дунайка. Вот вкуснее и нежнее. Вот мой рот точно ничего не пробовал. У Руслана вон угостите, стоит бедный человек там вот. Русланчик, one moment, please. Все хорошо, спасибо. Я уже нам наливаю, родной. Я правильно бутерброд ем. Правильно бутерброд ешь? Ты видишь, как наколол. Селедочки сверху не хватает, Марат. Правильно, это вот так. С молодым чесночком, с салатиком. Катенька. Что? Лилечка и ваша мама, спасибо огромное за этот замечательный, простой, вкусный рецепт. Что? Потерпи еще чуть-чуть, и тебе тоже будет вкусно. Что? Ты хочешь сосиску? Ну, как скажи, если не хочешь, то не надо, ешь картошку. Мне кажется, сюда больше ничего не надо. Ну, давай попробуем. Ну, хотя бы куриную, ну, хоть попробуй. Да. Где ножики? Марат Джан. Дай сюда ее. Возьми. С ножа кушать нельзя, Сережа. Будешь злой. Это, конечно, неплохо, но с нашими котлетами не сравнится. Так я готов. От всей души с лучшим настроением для вас сегодня. Блин, ну самое весеннее, самое вкусное, самое простое. Приготовили еда. Всем пока-пока. Чао. Чао. А липованам? Спасибо за это. Я ваша навеки. Да ты шо, блин. Ну после шедевр. Все. Девочки, садимся, мальчики. Ох, какая ты прямо как фунтик учрявая. Миланюшка, иди сюда. Алена ходит с ревизией. У меня для тебя там есть.